Строительство домов только начинается, а покупатели жилья уже есть. На квартиры в престижных районах Берлина большой спрос. По данным Института маркетинговых исследований ГФК, немцы стали охотнее приобретать недвижимость и вкладывать деньги в ремонт жилья. Объясняется это, в числе прочего, низкими процентными ставками по кредитам. Такой возможностью воспользуется и Мария Янзен. Думаю, если смотреть в будущее, то это надежное вложение капитала. А когда дом достроят, то квартиры уже наверняка будут распроданы. По данным маркетологов, расходы населения в нынешнем году увеличатся на 1%. И это будет лишь способствовать развитию конъюнктуры в Германии. Причина тому – стабильное положение на рынке труда. Сейчас в Германии трудятся 42 миллиона человек – рекордное число за последние годы. И все эти люди – потенциальные потребители.